Итак, друзья, всем привет! Сегодня я решил поработать курьером в приложении Еду. Уже, в принципе, выбрал задание. Так, нужно забрать документы и доставить по адресу. Успеть до 19:00. Пачка документов небольшая, влезет в рюкзак. Но, в принципе, я рюкзак с собой не взял, если что, в руках понесу. Вот, поясную сумку взял. Ну, как курьер, пришлось взять что с собой? Паспорт, если куда-то нужно будет проникнуть, да, в организацию, на всякий случай. Права взял. Ну и Powerbank. Вот он. Powerbank обязательная вещь для курьера, поэтому очень выручает, когда зарядка садится. В принципе, до адреса мне недалеко идти. 20 минут пешком. Вот, я уже маршрут построил в Яндекс.Картах. И сейчас пойду. Выполнение данного задания стоит 1000 рублей. В принципе, очень хорошая цена. Поэтому почему бы не поработать? Сейчас, короче, сначала кофе попьем и пойдем работать. В работе курьера я люблю то, что ты свободен, как птица. Так, ну Яндекс.Карты у нас всегда показывает самый короткий маршрут по дворам. Это очень удобно, конечно. Сейчас тогда пойдем по дворам. Ну а пешком мне, кстати, нравится работать больше. Ну, особенно в такую погоду. Если, конечно же, мороз, дождь или снег, то на машине удобнее. Но пока погода такая классная, лучше пешком работать. Так, ну все, я подъехал, вот он адрес. Вторая Владимирская улица, и в этот дом мне нужно будет зайти и забрать документы. Сейчас нужно будет созвониться. Ну все, забрал я документы. Я думал, документов будет больше, но оказалось вот такой сверток. И все, и погнал, даже рюкзак не нужен. Но скорее всего, рюкзак в описании был написан, чтобы документы не помять. Но я аккуратно их повезу. Если что, за этот заказ косарь должен заплатить. А поедем мы в центр города. Вот я уже построил маршрут. Нужно будет на метро с одной пересадкой ехать. В настройках Яндекс.Карт я всегда убираю как вид транспорта электрички, потому что я не люблю пользоваться электричками. Так, вот мне нужно будет перейти дорогу. Там сесть на 37-й трамвай. Где-то там остановка. И поехать уже до метро Шоссе энтузиастов. Мне подходят многие троллейбусы, трамваи точнее, но придется на этом ехать. Ждал я его минут 7 где-то. Так, ну все, доехал до метро, теперь поедем на метро. На Таганке будет пересадка. Все, я на метро Парк Культуры, сейчас буду выходить и сделаю контрольный звонок. Короче, была дикая жара, я думал, на улице жарко и солнце светит. Пока ехал в метро, уже вот такая погода. Но все равно документы надо отдать, сейчас буду звонить. Алло, здравствуйте, это курьер с Еду, я скоро буду. Хорошо, я на месте, позвоните, как куда идете, я вас встречу, у нас магнитная дверь. Да, хорошо, спасибо. Контрольный звонок делается для того, чтобы, если человек отлучился куда-нибудь на обед или там куда-нибудь сходил, да, чтобы к моему приходу он уже был на месте и готов был получить документы. Ну все, дождь вроде закончился, я думаю, нет смысла здесь стоять, поэтому погнали. Но гром гремит, дождь не такой уж сильный. Надо же, я вышел курьером и сразу пошел дождь. Вообще офигеть. Алло. Алло, это курьер, я подъехал. Сейчас я к вам выйду.
на улицу, подождите. Это с козырьком, да, здание? Козыречек, да. Козыречек. Иду к вам. Да, хорошо. Все, прощаюсь с документами и получаю свою 1000 рублей. Какое здание вы видите? Кирпичное? Сейчас посмотрю. Так. Тут просто территория больницы большая. Ага. А, туда на машине не заехать, да? Нет, не заеду. Вы за шлагбаумом, что ли, стоите? Да, да, сейчас тогда я припаркуюсь. На Расталима, подождите, не-не, на Расталима или на Алсуфьевском? А, так, Алсуфьевская, переулок. Алсуфьевская. Сейчас я тогда выйду из шлагбаума, номер машины мне подскажите, чтобы я вас нашла. Так, номер машины сейчас. Цифры хотя бы. Так, 174. 174, сейчас я вас постараюсь найти. Я в белой майке черепом. Ага, сейчас. Иду. Вот, спасибо. Да, да. Спасибо большое. Удачи. Все, тогда завершаем задание. Задание было выполнено, да. Все оценки окей. Заказчик был вежливый. Напишу такой вот: все супер. Все круто. Ну, как обычно, пишешь отзыв, и тебе тоже в обратку хороший отзыв пишут. Опубликовать. Ну все, задание я выполнил, теперь осталось только дойти до метро, пока еще дождь сильнее не начался. Сейчас нужно посмотреть еще задание на еду. Может, еще один заказ сегодня сделаю. Вот такое задание нашел. Отвезти какой-то груз менее 1 килограмма, это, конечно, хорошо, за 500 рублей. С метро Китай-город до метро Печатников. Сейчас поедем выполнять. Но так как груз очень легкий и маленький, я с удовольствием возьмусь за эту работу. Сейчас, короче, выходим на Таганке. Можно пешком дойти, но я поеду на автобусе до Китай-города. Короче говоря, опять пошел дождь, но ничего страшного, тут идти недалеко. Алло, здравствуйте, я на светофоре стою, сейчас буду переходить. Яузская, дом 5, да? Смотрите, там обычная обрывка большая. Ага. Хорошо, ну я подошел, можно сказать. А, все, сейчас я звоню вам. В общем, вот такая локация. Так, Почту России мне нужно обойти и попасть куда-то сюда. В общем, доставлять буду вот такую штуку. Сейчас заказчику напишу, сфотографирую и отправлю, что все нормально. Скоро буду. А ехать мне где-то примерно час. Так, ну вот я тут с клиентом переписываюсь, отправил ему фотографию этого зажима и написал, что буду через 1 час 15 минут. Ну, Яндекс.Карты показали 1 час, но я на всякий случай всегда с запасом беру, чтобы... Ну, вдруг, если захочется кофе взять там или в туалет забежать, или просто в пробку попадешь на автобусе, такое тоже бывает. Прикольная, да, локация такая, необычная. Тут граффити и, блин, этот, людей нету. И здание старинное еще. А там дорога. Сейчас покажу. Сейчас нужно будет дойти до метро Китай-город. И, ну, пешком дойду, скорее всего. Тут недалеко. А вот тут такая дорога. И тут высотка стоит. Если что, платят за эту доставку 500 рублей. Вот за это. В принципе, очень удобно. Ничего тяжелого нету. Я взял в руку и погнал. Можно пакет положить, кстати. Сейчас доедем до Пролетарской, потом пересаживаемся на Крестьянскую заставу и уже едем до Печатников. А с Печатников еще 10 остановок на автобусе. Так, ну все, я в Печатниках. Дождь все еще немножко идет. И сейчас поедем туда на остановку. Ну все, а вот и мой автобус приехал, точнее маршрутка. Алло, это курьер. Вход у вас этот бежевый пропуск. Да, четырехэтажное здание офисное. Четырехэтажное офисное, да? Да, вы как подошли перед шлагбаумом, просто налево повернуть, там 50 метров офисное здание.
Так, а меня вот сюда пропустят, да? Ну, подойдите, да. Да, как они сразу первый вход, там стеклянная дверь. Первый вход, стеклянная дверь, да? Здравствуйте. Мне пропуск нужен. Вот здесь КПП. Все инструменты вручил, теперь завершаю задание. Вот, завершаем. Да. Пятерки. Напишу, все супер. Опубликовать отзыв. Ждем подтверждения заказчика для перевода денег. Отзыв опубликован. Ну, в принципе, бабки должны всегда поступают. Еще ни разу такого не было, чтобы не поступали. Потому что эта сумма, она резервируется у заказчика. Сейчас посмотрю еще задание, может, еще что-нибудь найду. А вот, все, деньги пришли, оплачено. Задание выполнено. И обо мне оставили отзыв. Какой там? Очень понравилось. Быстро, без каких-либо проблем. В общем, друзья, вот так за 2-3 часа можно заработать неплохие деньги. Ну, где-то 1500 рублей. Можно даже больше. Нужно сидеть выбирать, просто искать заказы нормальные. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Почему подписываться? Потому что на канале будут выходить новые видосы. 2 раза в неделю. Жду вас в комментариях, пишите свое мнение. Всем пока.